Тем временем в номер принесли еду. Ну, ручки покрутить интереснее. Сейчас мне нужно создать сцену для пульта, чтобы не заниматься этим на саундчеке. Это позволит мне сэкономить где-то 1,5 часа времени. Я подпишу все каналы, настрою маршрутизацию, добавлю нужные мне эффекты, а в процессе саундчека я уже просто буду их более детально настраивать. Вот такая конфигурация получается. Сейчас нужно выгрузиться. Погода охуенная. Я тут. Спасибо. Только он вверх тормашками. Ничего страшного. Мелодии, гармонии, просто идеально группа. Говно, блин. Звучание. Да. Тебя сфоткать? Ну давай. Привет. Привет, Сергей. Серега, звукорежиссер. Я тут видосики снимаю всякие. Давайте сразу мониторы поставим. Два вот сюда. Он ногу будет еще на них ставить, то есть он прямо в центре тут находится. Да, вот, кабелю. Блин, центр-то большой. Да, только поуже их поставьте. Да. Не-не-не, сильно. Серега, папа. Пришел уже на площадку, сразу начал команду. Мартин аудио. Я понурюсь чехлят. Так, а драм-шилда у нас не будет, да? Есть, конечно. Есть. Отлично. Потом поставим. Хорошо. Так, что у нас тут висит? Ну, месяц, чтобы удобно. Ага. У них лево-право-сап. Угу. Зал такой красивый, аж жалко его. Сейчас самый важный момент. Устанавливается вентилятор для барабанщика. Без вентилятора барабанщик не может играть. Там народ находится. Он ничего этого не видит, пока мы не начнем. Это культец, у него сегодня первое крещение боевое. Управлялка. Микрофонная база. И еще две микрофонные базы. Это у нас NL, компандер, усилители, процессоры, все фигня. Антенны. Плейлист с песнями. Басиста нету, но тем не менее бас у нас играет. Take on me, sunset, bank on me, skin and look, frank on me, in the blue skies, do I know?
концерт закончился, жарко, пизда. Идем демонтироваться. Вуаля. Трек-лист. Так, а Паша у нас уже... Ой, Паша, какой молодец. Уже все микрофончики собрал. Молодец, Паша. Зато кто-то телефон забыл свой. Вполне вероятно, это... Не знаю, кто. Возможно, кстати, даже Паша. Всем привет! Меня зовут Паша. Охуенно просыпаться в 5:30 утра, чтобы ехать в Волгоград. Обожаю. Удачи. У нас Растобус. Выступаем за правильное питание. Поэтому... Да-да-да-да. А, мы не в Севастополе? Здравствуйте. Помогите. И опаздываем уже на 2 часа. Немного не подрасчитали со скоростью автобуса. И, соответственно, сегодня саундчек против 2 часа. Это на подключение и, собственно, отстройку звука. Если успеем, тогда задержим чуть-чуть концерт. Ничего страшного. Камера похожа на мордочку, удивляющую такой. Это же замечательно. На, посмотри сам. Я вас тоже снимаю. Мы будем в твоем видеоблоге, да? Да, прикиньте, я сегодня обманул. Ну, там еще какие-то московские фак-встречи, блядь, в Саранфорд называют. Да, мне вообще пиздец, как приятно было. Типа... Из вас? Да, чисто фан-встречи, да, да. У Паши есть своя группа, они вот, грубо говоря, начинающий коллектив, а уже поклонники есть. И они сами организовывают встречу, это уже круто. Белым мусорам подписывайся, ссылочка. Ссылочка. Вот она, ссылочка. Вот она, красиво так выезжает. Да, да. Нет, Чемик пока еще живой. Экстрим, ебучий экстрим. Экстрим говно. Ну там мое место будет. Вот такой получается у нас зал. Ну что, я думаю, будет весело. Да, да. Все ставится. Я пришел посмотреть на райдер. Райдер топ. Да. Райдер вкусненький. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут столько пива, как будто бы мы алкоголики, ребят. Что-то делаем. Я тоже говорю, заведи очень много алкоголя. Блять, коньяк. Дон. А этот холодильник открыт или чем? Я, кстати, не вижу, что. А, ну тут сок, водичка, кола. Стой, энергетосов нет, да? У нас кофе получается вместо. Ну и хорошо, блядь. Хорошо. Это вообще намного лучше. Презики это потом после концерта в жопу друг друга ебем. Да, да, и смазку поставили. Да поставили? Охуенно. Нормально. Я вот не знаю, нет. Давай в углу поставим. Короче, смотри, у нас вот только такие тома. Какой? А ты будешь с двумя играть или с тремя? Нет, нет, с двумя. С двумя, давай. Ну вот это было прикольно. А,
ты послушай интервал, как вот этот с этим звучит. Вот этот лучше, а этот заглушенный. БТ-57 у нас сегодня тут. Тут 57-я. Что еще раз? Чтобы место освободить немного. Или что? Да, наверное... Не, подожди, давай знаешь, как сделаем? Давай мы сейчас соберем, да, потом, если что, его уберем, да, выключим. Я понял. Потому что нужно понять, какой звук будет, чтобы артистам было комфортно. Стейджбокс куда ставить? Ну, я думаю, где-то здесь сейчас ящик уберу, угу. И вместо него это. А, слушай, давай мы, наверное, на него или поставим. На ящик, да, можно. На ящик. Я специально ящик положил, чтобы это поставить. Короче, пора работать. На моем запястье. Так, что у нас тут? Блять, я б тут жил. Заебись. Очередной подъем в 5:30 утра, чтобы попасть в Краснодар. Наш путь будет через пересадку в Шереметьево. Это охуительно, обожаю пересадки. Вес моего чемоданчика. Малыш. Получается, Серега? Там Миша, там и дружище. Летим сегодня на сухом. Это авиамаршрутка. Чего ты палишь там? Чемодан летал один раз. Сразу видно, как с ним, с багажом обращаются в аэропортах. Абсолютно. Нормализуем давление внутри. Прилетели в Краснодар. Пока не особо тепло тут. Надеялись на хорошую погоду. Хотя бы дождя нет. Сейчас сразу поедем на площадку чекаться. Большая сцена, отлично. Нравится. Дом. Это 100%. Это куда? Нет, это куда? Куда? Так, а что тут у нас? Раз, два, шесть. Ага, шесть зубов. Моно, фронтфилы. Все как полагается. Так, а сколько сегодня будет народу? 2000. Нормально. Им надо жопу на шаг показать. GCM 900, 1960. Классические два микрофона. Удачная комбинация. Второй.
жильтец. Смотри, я его сделал немного более глубоким по звучанию. Послушай внимательно. Могу сделать повыше, чтобы он не был таким глубоким. Нормально, мне нравится. Но он, видишь, такой прям объемный получается. Как тебе Pearl Masters? Как бывший, настоящий и будущий барабанщик, я всегда буду здесь. Саундчек закончился, все было очень хорошо. Ой, блядь. Эль Акустик Куда, это вам не экстрим. Экстрим говно. Так вот, саундчек кончился. Такие дела. Гитарные стеки я немного развернул, чтобы ребятам в уши не ебашило прям. Опа. Это к вопросу о том, что просил технарей замотать скотчем, чтобы стоечки не двигались. Это новый невидимый скотч. Кто-то получит пизды. Артур, мне очень нравятся твои рифы. Очень сложные. Кто-то говорил то, что Егор Летов мертв. По-моему. Кто-то говорил, что Юра Хой помер. Но он был недавно в Краснодаре. Yeah.